Тема сегодняшнего занятия – дипомоложение. Лазер против старения. К настоящему времени уже сменилось несколько поколений лазерных систем для омоложения кожи. И все они отличались глубиной воздействия. Но уникальность процедуры дипомоложения состоит в том, что это сочетание всех методик. Это и воздействие эрбиева, неодимового лазера, которые на разной глубине омолаживают кожу. Какой же возрастной группе подходят лазерные омолаживающие процедуры? Так как кожа стареет уже начиная с 25 лет, уже в этом возрасте, мы говорим о профилактических лазерных процедурах. В этом случае подойдет неодимовый лазер, который, стимулируя коллаген, как бы способствует тому, что мы продлеваем свою молодость. После 30 лет мы можем использовать эрбиевый, александритовый лазер для того, чтобы не только стимулировать коллаген, как в случае с неодимовым лазером, но и выравнивать поверхность кожи, выравнивать мелкие морщины, убирать гиперпигментацию. После 40 лет будут подходить пациенту процедуры, которые будут более глубокое воздействие оказывать уже на подкожно-жировую, например, клетчатку, уменьшая ее. Признаками, которые будут подсказывать нам о том, что необходимо лазерное воздействие, будут следующие. Возникновение сеточки сосудистой, то есть сосудистой звездочек, покраснение, возникновение коричневых точек, либо пятен больших, или иначе мы называем это гиперпигментацией, появление первых морщинок кожи, а также снижение тургора кожи. Как можно проверить тургор кожи? Очень просто. Нужно эту зону попальпировать. Если мы чувствуем, что кожа стала более рыхлая на ощупь, не такая плотная, не такой тургор, у нее тянется больше, или есть еще один симптом, симптом щипка. Мы должны область под глазом защипнуть. Если образовалась складка и в течение 1 секунды она расправилась, все замечательно. Если эта складка более 1 секунды держится, а у некоторых даже 4-5 секунд бывает, то, конечно, мы должны уже говорить о том, что нужно стимулировать коллаген, уплотнять кожу лазерными, инъекционными методиками. Лазерное омоложение дает более естественный результат, так как при воздействии лазера мы стимулируем свой собственный коллаген и заставляем кожу поработать еще для нас. Если же нужен какой-то эффект более рельефный, например, увеличенные подчеркнутые губки, скулы, тогда мы, конечно, будем использовать инъекционные методики. Дипомоложение проводится на лазерах последнего поколения. Преимущество данного лазера в том, что этот лазер не требует реабилитации. Ни покраснения, ни шелушения лица нет после процедуры. Но происходят процессы внутренние, глубинные. Это стимуляция коллагена, это подтяжка в течение месяца, улучшение цвета, текстуры, плотности кожи. За 4 года работы с процедурой дипомоложения наши специалисты отметили, что пациенты выглядят лучше в среднем на 5-7 лет. Программа Beauty Time совместно с клиникой лазерной хирургии и косметологии Диплекс представляет научно-популярный проект «Академия доктора Диплекса». Тема сегодняшнего занятия – дипомоложение. Лазер против старения. С какого возраста показано лазерное омоложение и каких результатов можно добиться, смотрите в новом выпуске «Академии красоты» с Анастасией Быковой. А если еще остались вопросы, задавайте их на странице ВКонтакте по адресу vk.com/diplex.